В сельском хозяйстве нужны железные руководители и железный порядок. Об этом сегодня заявил президент Беларуси, посещая Каменецкий район. Во второй день рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко знакомится с выполнением поручений по наведению технологического порядка на молочно-товарных фермах, присоединенных к хозяйству Беловежский, а именно Оберовщине и Рясне. Последнюю президент уже посещал в апреле 2011-го. Тогда это была одна из самых проблемных ферм хозяйства. И уже сегодня главе государства продемонстрировали автоматизированные процессы получения молока. Надо при каждом вот таком хозяйстве, тогда у нас было 60 маяков. Для чего я давал деньги туда и поддерживал еще при том же Попкове? Для чего? Для того, чтобы мы там создавали школы, чтобы там 10 человек, будущих руководителей, в течение одного года, ну, года надо, чтобы цикл прошел, чтобы он видел и технологию, и дисциплину его. И ушел от него, это мороз 2, мороз 3, мороз 5, мороз 10. И заплатить ему хорошие деньги за воспитание и обучение этих людей. Ни в одной академии, ни в одном вузе мы не научим кадры. Неужели это непонятно? Ты это ровно забыл. На неделю приезжаю, допустим. Да это трата денег лишняя, что ты на неделю тут привез. Ну, увидел он. Так он и по телевизору сегодня увидит ферму. Надо, чтобы он духом проникся этим, чтобы он с доярками поработал, с заведующими фермами, в растениеводстве, бригадирами, начальниками участков. Но главное, чтобы он посмотрел, как работает современный руководитель, увидел эту технологию, заболел этим. Они все сразу не сделают, заболел этим. Он будет знать, к чему надо идти. Вы сидите, руки сложив в правительстве, думаете, что кто-то это сделает за вас. Вопрос управления, вопрос номер один будущей пятилетки. После Александр Лукашенко пообщался с трудовыми коллективами хозяйства «Беловежский». Поднимались как глобальные, так и личные темы. Сотрудники СПК спрашивали о продовольственной безопасности, сдерживании цен в магазинах, а также изменениях в системе образования. Подробности рабочей поездки президента в наших следующих выпусках.